С детства нам накидывают шаблоны. Мы должны видеть только то, что должны видеть. Хотеть только то, что положено хотеть. Из-за этого у нас зависимость от привычек. Боязнь и отвержение нового. Не хочется выходить из зоны комфорта. Наше поведение становится слишком предсказуемым. А если начнешь выходить из рамок, на тебя начинают странно смотреть, поскольку ты слушаешь свои эмоции, а не ждешь указаний. I can hear you disintegrating while you're gone.